Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Вашему драгоценному вниманию тема «Переход в пятое измерение. Признаки. Начало трансформации вашего тела. Световое кристаллическое». Отец Абсолют, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о практических шагах по трансформации вашего физического тела в световое кристаллическое. Для того, чтобы закрепить результаты вашей работы по объединению первых трех тел в единую энергетическую систему, вам нужно научиться чувствовать эту новую энергетическую конструкцию так же явственно, как вы привыкли ощущать свое физическое тело. И вот по каким признакам вы сможете понять, насколько далеко вы продвинулись в этой работе. Первое. Ваше физическое тело стало более легким и подвижным. И эта легкость должна идти изнутри как результат того, что ваше тело стало более разреженным, а значит высоковибрационным. Второе. Ваша эмоциональная реакция на происходящее претерпела кардинальные изменения. То, на что раньше вы реагировали болезненно и долго варили внутри себя, теперь проходит транзитом через ваше эмоциональное тело, не оставляя на нем ни малейшего рубца. Вы ко всему стали относиться совершенно спокойно, как сторонний наблюдатель и с интересом следите за развитием сценария и за всеми персонажами, прописанными в нем судьбой. Но очень важно, родные мои, научиться относиться к самому себе объективно. Попробуйте представить себе, что вы сами себе не адвокат, пытающийся выдать желаемое за действительное, а справедливый судья. Превратите это в увлекательную игру. Помните о том, что ваше неугомонное эго всегда будет искать оправдание всем вашим небожественным эмоциям, мыслям и поступкам, ведь ему так не хочется расставаться с привычным ему дуальным миром. Поэтому уступите место своей душе, которая не будет вам льстить, а справедливо и без прикрас покажет вам всю подноготную ваших действий. Пусть она станет для вас тем божественным судьей, который всегда будет выносить вам суровый, но справедливый приговор. Третье. Вы начинаете избавляться от различных проблем, связанных с вашим здоровьем, малых и больших. Конечно, это будет происходить постепенно, но чем чаще вы будете делать практики по трансформации своего тела, а главное, чем тщательнее вы будете отслеживать все свои мысли и эмоции, тем заметнее будут результаты. В этом случае негативные эмоции уже не будут вносить искажений в ваше эфирное тело, переходящих затем в физические недуги. И последнее. Вы способны чувствовать новую энергетическую конструкцию своего тела в любой момент, по своему желанию, а не только во время практик и медитаций. Скорее всего, это будет ощущение того, что ваше тело стало аморфным и увеличилось в размерах. Но могут быть и другие, самые разные ощущения. Главное, чтобы вы почувствовали разницу между вашим прежним застывшим физическим телом и новым гибким и подвижным. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Признаки начала трансформации вашего тела в световое кристаллическое». Дорогие друзья, маленькое дополнение. Еще вы можете почувствовать это тело по большему доверию к жизни, большему доверию к самому себе, большему доверию к событиям, которые происходят в вашей жизни. Вы станете их воспринимать, как будто это очередной урок, и вам его просто нужно пройти. И если на прохождение этих уроков вам раньше требовалось 5 лет, 10,
20 лет, кому как, то сегодня вы проходите их за день-два, возможно, у кого-то это будет проходить за час-два. То есть настолько ускорились все уроки обучения, настолько вы уже сейчас готовы подниматься над этими событийными рядами, что вы проходите те же самые расстояния или те же самые события просто в короткий срок и с огромной радостью. С вами в преодолении и в новых ощущениях своего нового кристаллического объединенного, более жидкого, более гибкого тела.